В случае отказа осужденного выполнить требования Леонидовна, последний обещал отправить его в штрафной изолятор, а если тот шел ему навстречу, то имел возможность получать продукты, запрещенные для проноса на территории специального учреждения. Свою причастность к совершению преступления Леонидов не признал. Судом по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время следствие выясняет обстоятельства принятия Леонидова на работу, поскольку в 2007 году он был осужден за совершение преступления. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также выявление дополнительных эпизодов преступной деятельности Леонидова.